Чтобы большегрузные автомобили не разрушали дорожное полотно, ездить им по дорогам общего пользования запрещено в период с 8 апреля по 7 мая. На путях следования большегрузов будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Ограничение движения не распространяется на международные перевозки, пассажирские перевозки, транспортировку лекарств, продуктов, животных, корреспонденции и топлива. Возникает вопрос, что везут большегрузы, которые портят дорожное полотно. В управлении благоустройства администрации нам ответили. Нельзя транспортным средством, перевозящим неделимые грузы, песок, щебень. Знаете, какая ситуация? У нас, в принципе, можно ездить всем. Единственное, что подается разрешение специальное, но они как бы стоят денег. Разрешение можно получить в СМП, специальном муниципальном предприятии по санитарной уборке и эксплуатации объекта благоустройства города Иваново,